На какую тему? Какой хочешь. Ничего не передумывай. Рассказывай, как есть так. Хорошо? Мне скидка будет. Да-да, снимай, да-да. Не, не надо. Сейчас снимаешь, да? Мотор, да. И до этого тоже снимала. Ага. Стол очень красивый, правда? Да. Вы попробовали вот такой? Еще нет. Это грибы. Но то, что это... Все это турецкий традиционный завтрак. Да. За человека у нас в нашем офисе 20 лир. А другие места я знаю, что это 35 лир. У нас со скидкой все. Шучу. И гостеприимство турецкое, конечно, впечатляет. А у АСМБ это особенная черта. Поэтому очень приятно. Спасибо вам большое. Мы уже постоянные клиенты и приезжаем только сюда, в Ашбат Хомс, потому что мы знаем, что тут надежный человек, который нас никогда не подводил. Куда и, подводит вас? Да, подводил. И всегда, ну, честный. И все у нас получилось. Первый раз, я надеюсь, что получится и сейчас. У нас возникают спонтанные желания, когда мы видим Турцию, видим, какое здесь какая тут недвижимость. Сравниваем с нашей. У нас была как бы дилемма, может быть, у нас купить в Украине. Ну, когда видишь море... Из какого города вы? Из Харькова. Харьков, да. Да, красивый город. Красивый, да, неплохой, но, конечно, сказать, что квартира в Харькове или квартира в 200 метров от Средиземного моря, это, конечно, впечатляется. Совершенно другое восприятие. Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. У нас гость из Харькова, из Украины, как вы слышали. Мы решили сегодня немножко перекусить. Это уже не перекусить, да? Да, это уже плотный завтрак. Да. Очень красиво, хорошо смотрится. У нас турецкий традиционный завтрак. Я не знаю, у вас есть тоже такой традиционный завтрак? Ну, нет, такого у нас нет. Каждый кушает. Кто-то молочную кашу. Мы творог любим. У вас тут, кстати, творога нет. Мы немножко скучаем. Но я уже поняла, как его готовить из йогурта. Турецкой жизни удивительно, да? Да, удивительно. Очень разные традиции есть. Что вас больше здесь удивляет? Гостеприимство. Гостеприимство и отношения хорошие. Угу. Пока мы как бы в социуме особенно не общаемся, потому что мы тут не работаем, а как туристы. Угу. В общем, чистота. И, в общем, мы как бы немножко сами по себе сейчас. Правильно, вот, спокойно хотите отдыхать. Спокойная жизнь, да. Отношение людей к нам. Вечером у нас была здесь Днепр, и тоже Украина была, из Днепра здесь люди. Теперь у нас Харьков, и напротив у нас здесь есть Санкт-Петербург, и Германия переехал. Германия у нас здесь, Лилия, у нас наш любимый. Лилия переехал, так у нас неожиданно сейчас народ появится. Понятно. Много. Так что, Лилия, привет! Что у тебя такое? Что у тебя произошло такое? Можешь убирать? У всех произошло, к сожалению. Да, можно, да? Что это такое у тебя, такой красивой маски? Да. Селевод тоже невозможно, да? Можно сюда, да? Здравствуйте, добро пожаловать. Можно, садитесь, садитесь. Это Германия. Очень приятно. Украина, Украина. Видишь, такой интернациональный стол, да, получилось? Да. Так что, Анатолий, можешь сидеть. Шандали, алабилир мис? Анатолий, бурия. И что потом? Что потом? Потом домой. Потом? Трудиться. Да. Еще вы решили еще немножко побольше площадь, да? Ну, хотелось бы. Почему раньше так-то маленькие купили, теперь больше хотите? Аппетиты растут. Вот, как и здесь, наверное, сейчас. Как начнем кушать. Раньше купили один полюсарь, теперь хотите два полюсарь. С чего-то надо начинать. Это почему? Потому что... Подёжки протягивают ножки. За год рожали, что ли? Что, нет, ну, нет, дело в том, что у нас хорошие довольно условия дома, и менять хорошее на маленькое как бы уже не очень. Человек привыкает к хорошему. Хочется лучше.
Конечно. Всегда надо ставить планки и достигать их. Угу. Я так думаю. Высокие надо планки ставить. По чуть-чуть. Потенку, да, надо расти. Надо выше. Да. Не опускать, по крайней мере, пока есть возможность, не снижать уровень жизни. Угу. Потому что когда-то будет пенсия, и надо себе обеспечить, чтобы хотите внуки... Хотите постоянно здесь жить? Я хочу, да. Хочу. Не знаю, когда это будет такая возможность, но я хотела бы сюда переехать. Угу. А там как Бог даст. Лилия, очень красиво выглядишь. Да. Очень красиво такое. Ты переживала, что как мне готовится, да? И Анатолий. Можно ко мне, да? Да. Как у вас там для места жизни? Можно я скажу? Сегодня я еду на машине, что-то мне захотелось одно предложение по-турецки сказать. Бюгин Денис чок гзель. Бугин Денис чок гзель. У нас Денис каждый день гзель. Нет, а сегодня вот особенное. Потому что ветер есть, немножко она не душна. Сейчас влажности нету. Ветер, как-то ветер, влажность нету. Нет, сам цвет воды сегодня просто... Это изумительно. Да. Аж целое предложение сегодня. Нет, ну как, все равно предложение из четырех слов. Бугин Денис чок гзель. Так что спасибо, Илья. Спасибо. Друзья, всем удачи. Берегите себя. И нам приятного аппетита. И всем афиет олсун. Приятного аппетита.